Пользуясь случаем, хотел бы поздравить всех представителей сегодняшнего праздника с этим замечательным днем. Сегодня Международный день инвалидов, и весь мир его празднует. По глазам детей видно было, что все дети довольны, и родители. Мы очень рады тому, что получилось провести такое мероприятие уже второй раз подряд в стенах Паралимпийского тренировочного центра. Мы второй год уже участвуем в этом конкурсе. Но в этом году Алиаскару повезло. Он выиграл конкурс, занял первое место. Дети рады. Была прекрасная праздничная программа. Дети танцевали, веселились, получили сладости в подарок. Ну а победители вообще счастливы. Столько подарков, да? Если дети в детстве уже будут считать равными себе всех людей, независимо от того, в коляске он или без, видит он или нет, то, в принципе, и не будут видеть в этих людях ничего особенного, будут принимать их себе за равными, то и во взрослом мире для них не будет никаких преград и препятствий для того, чтобы видеть в этих людях равноценных себе. Спасибо всем детям за участие, спасибо нашим добрым родителям и учителям, спасибо оргкомитету и жюри за то, что провели такое мероприятие для наших детей. Я думаю, что оно отложится у них в памяти надолго. Всех с праздником!